как поедем по новой. Всероссийский фестиваль «Свадьба в Обломовке» проводится в седьмой раз. Уникальные обряды и традиции привезли в Ульяновск народные коллективы из разных регионов страны. Рядом с Дворцом дружбы народов губернаторский развернули выставки и фотозоны. В этом году фестиваль получился наиболее красочным. В несколько дней включили и деловые, и творческие мероприятия. Выступления артистов сменяются модными показами и научными конференциями. Кульминация фестиваля ожидается в выходные дни. 15 числа у нас сам день свадьбы, когда мы расписываем настоящую пару. Это церемония открытая, поэтому любой желающий может прийти посмотреть. После чего молодые у нас попадают как бы в прошлое. У нас организован традиционный пир горной, как он у нас был в Ульяновской области. Мы постарались его воссоздать. Ну, конечно же, это театрализация. Но вот сочетаем современную свадьбу с традиционной свадьбой. Также в программе будут показаны элементы традиционных и современных мальчишников и девичников с играми и конкурсами. Виктория Чиркова, Олег Тольшин. Управда ТВ.